важно всем взрослым людям вообще-то, вот у каждого из нас есть огромная любовь. И эта огромная любовь должна быть адресована Богу. И тогда все встанет на свои места, понимаете? Но так как у нас Бога в жизни нет, да, его место должны кто-то занять. И вот эту вот неуемную любовь, если на кого-то направить, это будет, ну, катастрофа. Поэтому особенно с возрастом людей должна увеличиваться эта любовь туда, понимаете? А у нас контроль сюда. Поэтому это большая беда. А это опять-таки нужно образование для людей. А детям как лучше себя вести? Ну, с юмором. Да, с юмором. Вообще юмор — это самое лучшее лекарство от всего. То есть сказать: мамочка дорогая моя, там, да ты умеешь самое это лучшее. Ну, как-то не повезло тебе там, не знаю. Как-то вот так вот родилась, я не способная давать слишком много. Ну так не ехидно, а так, ну, с юмором. Вообще старайтесь в жизни как можно чаще смеяться над собой. И тем самым вы будете убирать эти слишком такие вот, ну, напряженные ситуации. Ну, постарайтесь рассмешить свою маму. Это очень... Ну, я говорю, слишком много. Это значит, что вы тоже слишком серьезны. Поэтому, ну, так не сильно так это. Ну, ладно, вот так вот она размышляет.